Адваротный бок территории каля сельскохозяйственных будинков. Керавництво с района и в области тут бывает нечасто, а там и порядок особливо не подтримливается. Причем, коли мерковать по наявности молодых древ, такая ситуация заховывается уже не один год. На питание шаму у шмат яких сельскохозяйственных предприемствах не наводится порядок, есть усяго один отказ – безотказность и безгосподарчасть. Причем несанкционованные звалки часто возникают навод там, где еще учора была частеня. Необходимо сказать, что большинство из нарушений, которые установлены при проведении проверок сельскохозяйственных предприятий, это нарушения в области обращения с отходами. Горы органики, складируемых в неустановленных местах, в том числе иногда и в прибрежных полосах, это наиболее часто встречающиеся нарушения при проверке сельскохозяйственных объектов на территории всех районов области. Особная тема – заховывание у непристосованных местах минеральных удобрений. Навод не глядяши на немалый кошт, у некоторых господарках до их относятся не вельми бережливо. Некольки годов тому такие удобрения подчас поводок часто трапляли у водоемы. Коли мерковать по относинах кировников господарок, такие факты регистрировались б и зараз, але у вынику спякотного надворья уже некольки годов весновых поводок на Гомельщине просто нема. Хоть у поля зроку некоторых директоров не трапляют не только пытания наведения порядку на земле. Коля половы бытовых и вытворших помешканий сегодня не отповедают санитарным потребованиям. Существует душевая, но там только холодная вода. Горячая была когда-то, когда работала котельная. Поставили парогенератор и забыли провести в душевую горячую воду. Поэтому такого плана тоже у нас существует проблемы. Комнаты приема пищи не оборудованы, гардеробные где-то не до конца, средства индивидуальной защиты, спецодежда. За порушение природоохранного законодательства только в этом году до отказности протягнуты 820 супрацовников аграрного сектора, 150 из яких непосредственно керовники сельгаспредприемств. На этом тыдне под особистый контроль ситуацию взял старшиня областного выконавчего комитета. Причем парадком на земле придется займаться по всех накерунках. За пошний тыдень, например, штрафы отримали две господарки, где не проводились работы по знишению борщевика Сосновского. Тем нерадивым хозяевам, которые не вовремя, не своевременно и не в полном объеме выполняют все необходимые мероприятия, применяются меры административного воздействия. Такие факты есть по двум предприятиям, когда за непринятие мер предприятие, как виновное юридическое лицо, было привлечено к административной ответственности на сумму 100 базовых величин. Покуль гроши перелишить у бюджет непосредственно господарка, але без протягнения до отказности не застанутся и керовники со специалистами. С посылки на отсутность сродков и необходимость вырашать больше глобальные задачи у пытаниях наведения порядку на земле теперь приматься не будут. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».